Пара взяла самого грустного кота, и вот как он изменился всего за час. Это Бен Бен, самый грустный кот в интернете. Он влачил жалкое существование в приюте, где его собирались усыпить. У него сломан позвоночник, несколько глубоких рваных ран и деформированное ухо. Видимо, на Бен Бена напал какой-то крупный зверь. Сотрудники приюта говорили, что кот словно предчувствовал скорую смерть и ничего не ел, не пил и даже почти не двигался. Когда сотрудница одной ветклиники услышала о Бен Бене, она решила его забрать к себе. И как только они с мужем привезли его в свой дом, всего за час кот невероятно преобразился. Он постоянно мурчал, улыбался и лез обниматься, словно благодарил. «Мне хочется верить, что он знал, что он в безопасности и что нашел свой дом». Хотя врачи говорили, что Бен Бен больше не сможет ходить, кот не только пошел, но еще и начал бегать и прыгать. Хотя он еще на обезболивающих, этот некогда самый грустный кот определенно стал счастливым. Спасибо, люди! Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.